На отчетном заседании в Володарском сельском поселении присутствовали глава Ленинского района Валерий Венцель, его заместители, местное руководство, депутатский корпус, жители. В 2018 году в самой отдаленной точке нашего муниципалитета продолжилась тенденция снижения поступления доходов, и в результате бюджет поселения составил порядка 45 миллионов рублей. Мы поселение, которое имеет в бюджете самый маленький количество денег. Естественно, бюджет наш мал, и поэтому все вопросы, которые хотелось бы решить, они решаются трудно. Но основные мы решаем, конечно. Несмотря на затруднения, в 2018 году власти сделали значительный упор на дорожную инфраструктуру. В общей сложности 7 тысяч квадратных метров дорог были отремонтированы и стали удобнее. В частности, устранены ямы в районе деревень Большое Саврасово и Григорчиково. А изменения на главной транспортной артерии поселения, Володарском шоссе, заметны не только каждому местному жителю, но и любому, кто приезжает сюда. Ведь теперь здесь светло в любое время суток. В рамках реализации программы губернатора Московской области Володарское шоссе было оборудовано энергоэффективной, что тоже немаловажно. Установлены светодиодные светильники, энергоэффективные, система уличного освещения, что, несомненно, обеспечит принципиально новый уровень комфорта и безопасности. Положительные изменения произошли также в области инженерных коммуникаций. В минувшем году получено разрешение на ввод в эксплуатацию котельной мощностью 3,8 мегаватт. Кроме того, более 1600 погонных метров сетей тепло- и водоснабжения были отреставрированы. В целом, главной тенденцией отчетного периода в Володарском поселении стало поддержание должного уровня во всех сферах жизни. Основное, ну, конечно же, событие 2018 года сельского поселения Володарское – это ежедневная работа органов местного самоуправления, направлена на то, чтобы поселок и поселение развивалось, становилось краше, лучше. Мы, еще раз повторю, со стороны района обязательно всему этим будем способствовать, помогать малыми делами, большими делами, помогая в том числе в пополнении бюджета. Поэтому я считаю, что у поселка хорошие перспективы. Традиционной частью отчетных мероприятий является живое общение руководства муниципалитета и местных жителей. Каждый желающий мог задать свой наболевший вопрос и тут же получить ответ. Время 9:30, автобуса и не видно. Нам там отвечают: он пришел уже. Со мной стояла женщина с Ольховки, у нее четверо детей маленьких. Мы там все стояли, чуть не плакали. Ситуацию прокомментировал заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Гаврилов. Перевозчик там видно с КПТП, мы обязательно отработаем этот факт, о котором вы говорите, и проинформируем. Мы примем меры обязательно. Проверим. Точно, обратную связь дайте, пожалуйста, в понедельник, хорошо? Завершилось собрание торжественным вручением наград для наиболее отличившихся в прошлом году володарцев. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Видное ТВ.